Почему вы не вакцинировались после первого раза? У меня в августе месяце еще были антитела, это первое. Второе, если мы говорим о моей позиции по поводу вакцинирования. Во-первых, у меня достаточно много коллег, которые вакцинировались, и я думаю, что медики подтвердят, вакцина не может защитить нас, она точно защищает здоровье и жизнь, но она не гарантирует, что ты не заболеешь. На самом деле, я действительно призываю всех вакцинироваться, потому что это снижает риск вот тяжелой болезни и тяжелых последствий. Если спрашивают про меня, ну, получилось так, что у меня вторая болезнь была бессимптомная. И если бы не поход на ЕС, если бы я не делал тест, я бы даже об этом не узнал. Это точно так же, как люди, которые вакцинируют. Если это международная конференция в Киеве, которая прошла. Вот. А по поводу личным примером, я думаю, что личный пример важен не только в этом, а и во многих других вещах, особенно не становиться фарватер определенных информационных компаний.